Приветствую вас на канале «Современные родители». В этом обзоре расскажу об особенностях сковородок серии «Тефаль Экстра». Ссылки на лучшие цены и ассортимент вы найдете в описании. Но для начала предлагаю подписаться на канал и нажать колокольчик. Так вы не пропустите уведомления о выходе нового ролика. Оцените мой труд лайком и напишите ваше мнение в комментариях. Это серия универсальных сковородок для ежедневного приготовления еды, рассчитанная для готовки как на большую семью, компанию, так и на небольшое количество людей. Предназначена для готовки на газовых варочных панелях. Соотношение цена-качество вполне оправдано, судя по отзывам потребителей. 100% альтернативы не существует. Благодаря инновационному антипригарному покрытию Resistium посуда прослужит вам дольше без потери качества, а каждое блюдо будет получаться превосходно. Запатентованный индикатор нагрева ThermoSpot всегда подскажет оптимальную температуру для начала приготовления. Контроль температуры приготовления – это ключ к отличным результатам на кухне. Когда сковорода недостаточно нагрета для начала готовки, процесс приготовления становится дольше и время приготовления увеличивается. Возникает риск, что продукт отдаст свои соки раньше времени и в результате становится сухим. При слишком низкой температуре цвет продукта теряет насыщенность, а текстура – упругость. В результате блюдо получится пресным и невыразительным на вкус. Используйте индикатор температурного нагрева Tefal ThermoSpot для того, чтобы ваши блюда всегда были превосходными на вкус. В серию входят сковорода 22 см 0,41 651 22, сковорода 24 см 0,41 651 24, сковорода 26 см 0,41 651 26, сковорода 28 см 0,41 651 28, сковорода 24 см плюс крышка 0,41 659 24, сковорода 26 см плюс крышка 0,41 659 26, сковорода 28 см плюс крышка 0,41 659 28, сковорода для блинов 22 см 0,41 655 22, набор сковороды 22 26 см 0,41 658 10. Серия сковородок имеет свои плюсы и минусы. Я отобрала основные и сейчас поделюсь с вами. Сначала отрицательные. Не загорается индикатор нагрева. Второй раз пользования еда подгорела и прилипла. Бортики низковатые, картошку тяжело жарить. Необходимо строго использовать специальную лопатку для подмешивания, чтобы не повредить покрытие. Стало пузыриться и отслаиваться покрытие. Легкая, тонкий металл, боюсь, на газу быстро придет в негодность. Теперь перейдем к положительным. Идеальная сковорода, борта невысокие. Прекрасная сковорода, готовлю и радуюсь. Мою в посудомойке, покрытие сохраняется. Легкая, красивая, удобная. Отличное антипригарное покрытие, продукты подрумяниваются равномерно, не пригорают. Легко моется. Идеально, быстро нагревается. Делитесь мнением и опытом использования в комментариях. Буду рада вашим лайкам и подпискам. Не забудьте активировать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. До скорой встречи на канале «Современные родители».